Если будет такое высотное здание, будет такое, оно будет мешать, конечно. Оно будет мешать, потому что, во-первых, это будет тень будет, тепло не будет поступать этим жильцам, которые живут, будут жить рядом с этим домом. Во-вторых, потом теряется тоже связь с этим передатчиком, что передают сигналы там. Я думаю, что такое высотное здание здесь не стоит строить такое высотное. Я думаю, что нет, потому что рядом школа, и там нет подъездных путей. Должна, естественно, быть инфраструктура рядом. Поэтому я думаю, что и там и почвы достаточно неустойчивые, потому что напротив катакомбы вот это все под землей находится. Поэтому я думаю, что такие здания должны расположены быть подальше от школы. Это небезопасно, во-первых, это строительство, рядом дети будут лазить там, и неизвестно, что случится. Это жилой дом, здесь не будет парковки, некуда будет парковаться людям, поэтому будет занята территория дороги и также при дому культуры. Это не очень разумное расположение дома. Да, можно, это правильно делать, да. Можно, потому что надо город, как говорится, город сейчас расширять.